Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Владимир Павлович сидит, гуся караулит, чтобы гуся не свистнули. А то фламинго-то лапу уже вон размахал, сейчас как учешет куда-нибудь. Ну вот я решила, у нас сегодня воду давали, поливали, все, такая сухота, такая сушь, все засохло, блин. Вот поливали. И что хочу я вам показать. Та-дам! Посмотрите, лилии. Отогибрид. Должен быть 2 метра. Ага, я уже говорю, 2 метра, а тут 0,5 сантиметров. Не, 0,5 метра. Ну, должен быть. А сейчас, ну, это вообще карапетян какой. Сейчас. Ну, это. А в прошлом году вроде повыше было. Ага, вот видите, а это другой. Надо их отсюда потом будет убрать. И не знаю, куда уже посадить их. Ну что, там они у меня в другом месте были. Потом сюда посадил. Все. Но они высокие, 1,5 было на пакетике, помнишь? Я их и взяла, чтобы... Вот видите, врут гады, врут. Ну, какая красота. Такую красоту надо высокую. А они вон какие малепусенькие. Ну вот его сегодня пересажу куда-нибудь другое место. Такую красоту. Они чуть позже засветают. Да, позже. Ага, вот у нас... Петунина уже на этот на теплицу полезла, все карабкается, ползет. Петунья. А Лаватера тоже пасконник. Пасконник же, да? Ага. А я думаю, то ли не пасконник, то ли не пасконник. Кто выше? Кто? Пока орешник выше. Лаватера. Так, ну пока, в общем, пока еще ничего такого нету. Показывают, лилии расцвели, вот я вам их показываю. Ну, красивая же, да? Ну, что такое маленькая только? Она вот эта белая как-то давно не цвела, да? Вот это, вот это цвела, а эта вот белая один год как-то цвела, а потом долго не, и вот нынче зацвела. Ну, ладно, пусть цветут. Молодцы. Кто молодец? Я молодец. А тут-то какие цветы у нас, а георгины. Низкорослые брала. Вот, пожалуйста, а это деревья скоро будут, георгинечки. Капуста скоро декоративно зацветет. Так что... Прохладненько. Прохладно. 29 сегодня показывала. Ага. Тут тоже все без изменения пока. Ну, вообще все завяло, сейчас маленько вот отходит. Влага напитались растения, и все. Головки подняли, листочки подняли. Вот так вот. Хорошо. Красота. Сейчас пойдем с вами еще сюда пройдем. Вот капусту садила, да? Вот этот качан. О, какой. В одно время. И вот качан. Та-дам! Малюсенький. Ну, ладно, вырастет. Наши лилии, тигрули, тоже в этом году они как-то ниже. Прошлый год выше были. Вот. А прошлый год они были высокие, а нынче... Я же их прошлый год пересаживала. И вот они такие пониже маленько. Вот. Такие они красивые. И вот тоже, какая я уже показывала. Вот. Лилия. Смотри, какая красота. Таран-таран-таран-там-там-там. Что невозможно наглядеться. Это Володя, не эхиноцея или это эхиноцея? Рудбекия. Рудбекия. Эхиноцея, да. Да, а я ее... Ага. А я помню название. И говорю, какое помню. Для меня что не это не цветочек, так ромашка. Раз ромашка, два ромашка. Вот цини. Тоже ромашка. Цини. Цвета, формы разнообразные. Прямо смотрите, какие. Вот какая. Завихорки такие. А тут вот
какая красота. Вот так вот. Дом-дом. Беда у нас, да, арбуз лопнул один. Сегодня, но я его их не поливаю. А сегодня стала тут у забора поливать. Смотрю, а там он лопнут. Ах ты, поросенок, лопнул. Сейчас покажем. Сейчас придем, покажем. Вот, наш арбузик сняла с бахчи, лопнул, вот такая прям, ну, красненький. Ну, что дальше там разрезал, поверни, что-то. Та-дам! Ну, это я уже отрезала кусочек. Вон он, видите, лопнутый. Кусочек отрезала. И вот он такой. Ну, очень сладкий. Сладкий-сладкий прямо. Значит, хочешь попробовать? Палочки опять не достанется. Да и ладно. Сладкий такой, вкусный. Я думаю, он созрел. Потому что вот он лопнул. Мне надо было сразу показать. Вот он лопнул. Видите, как? До сюда прям. Вот. Я думаю, отрежу. Вот даже сюда пошел. Отрежу. Ну, сладкий. Думал, недозрелый. Нет, вкусный очень. Сладенький. Привет, Ирина, мы на дачке. Вот сидим тут возле своего бассейна. Володина место любимое. Тут вот сидим, не упади там, споткнешься. Да, вечерками. Вон там мой второй стульчик. А здесь вот мы отдыхаем. Вечерами. Вот так. Говори что-нибудь. Что-то. У нас все хорошо, Ирин. Спасибо. Все нормально, да. Спрашиваешь. Это Алтайская юбилейная. Сдувало ураганом. А все равно еще много осталось. Ой, сколько. Алтайская юбилейная слива. Сейчас покажем. Вот это манчжурская красавица. Рядом. И вот эта слива манчжурская красавица. Но что интересно, что та манчжурская красавица, что это. Вот это вот старая слива. А она что-то мельче, чем та. И то, и другое, манчжурская красавица. Ну, она мельче. Огурцы. Подождите, это еще не все. Это я только сорвала. Че они такие закрюченные? Ага, смотри. Ай, ё-моё. А тут что? О. Сейчас я это возьму. Вот так. Вот, смотрите. Ага, это салатные, видно, да? Это салатные вот эти вот. Китайские или какие, мне соседка посоветовала. Слушайте, ну очень вкусные, очень такие сладкие. Но длинные. Ну, они вырастают махом. А тут вот с этой стороны мелкие. Ну, везде их столько полно, это я сорвала. Там у нас в туче, покажи, какие идут. Наверное, сейчас будет гроза. И поэтому я прибежала снять огурчики, кабачок пожарить. Это наши груши. Не крупные, но достаточно вкусные. И много.
Ой-ой-ой, а это яблоня у нас триумф. Пипец. Куда столько яблок? Ужас, ужас. Да. Пипец. Как в домике здесь с яблоками находимся. Тоже старого дерева. Куда яблок? Каждый день, каждый год много дает. Ну ладно. Ну, ладненько, пробежали с вами по нашей красивой дачке. Замечательной. От скромности не умрем. Всем пока-пока. Заходите на наш канал.